Дети, дети, прошу тишины, уже был звонок. Итак, здравствуйте. Ну что, сегодня у нас первый день после каникул. Как отдохнули? Хорошо отдохнули. А где наша учительница математики? Ой, дети, совсем забыла вам сказать. Я ваша новая учительница, пока ваша предыдущая находится на больничном. Итак, меня зовут Татьяна Семеновна, и я сегодня у вас веду урок математики. Здравствуйте, Татьяна Семеновна. Ой, каникулы, это, конечно, здорово. Ой, ну вот, как вы говорите, вы все прекрасно отдохнули. Все каникулы, наверное, занимались математикой, да? Поэтому сегодняшний урок мы начнем прямо с контрольной. Ну-ну-ну, дети, тише. И по итогу сегодняшней контрольной мы заполним вот эту доску почета. И узнаем, кто же будет там висеть. Татьяна Семеновна, я не хочу висеть на той доске. Так не ты же будешь там висеть, а твоя фотография. И кто висит на доске почета, тот самый лучший ученик или ученица. Я думаю, это буду я. Правда, на каникулах я гуляла, а не занималась, но контрольную, думаю, напишу. Ух ты, Еви, здорово. А давай я тогда у тебя ее спишу. Ага, нет, хитренький Тимми. Я сделаю сама, а ты тоже делай сам. Ты у меня спишешь, и твою фотографию тоже повесят на доску почета. Нет, так мы не договоримся. Так, ну что, я вижу, вы все готовы. Давайте, доставайте тетради. Вот, задание я вам уже написала. Нашей контрольной работы. Всего-навсего 3 самых простых примера. 2 + 3, 4 - 1, 5 + 1. Кто первый решит, тетрадочки сдадим и посмотрим, кто же правильно все решит. Давайте на 1, 2, 3. Доставайте тетрадки и начинаем. Ого, 3 примера. 2 + 3, 4 - 1, 5 + 1. Ребята, у меня же есть калькулятор. Точно, на нем-то я сейчас все сосчитаю. Я надеюсь, Татьяна Семеновна не заметит. И тогда мне точно будет 5. И меня повесят на доску почета. Ой, мою фотографию. Так, это же легче простого. 2 + 3 равно... Ага, равно 5. Так и запишем. Ого, Еви, ты что, считаешь на калькуляторе? И списать, говорит, не дам, а сама на калькуляторе считает. Ну, Еви, и жалко тебе, что ли? Все равно сама на калькуляторе все сосчитала. А я сиди тут и думай, 2 + 3, 4 - 1. Забыл я все за каникулы. Эмили, дай списать, пожалуйста, хотя бы 2 примера, чтобы 4 поставили. Я все равно на эту доску не хочу. Тимми, ты так все время у меня все списываешь. Нет, я не дам тебе списать. Давай, решай сам. А я уже все решила. Эх, да как решить-то? О, а что там такое на стене? Таблица умножения. Эх, лучше бы таблицу вычитания и сложения туда повесили. Я вот быстро решил. Ладно, будем думать. Расписать никто не дает. Так, на задних партах. Что вы шумите? О, Еви! Ты считаешь на калькуляторе? Разве я разрешала пользоваться калькулятором? Конечно же нет. Так, убирай калькулятор. Все, твоя контрольная не принимается. Сидит на калькуляторе, считает, у нас урок математики. Еви. Убирай калькулятор, все, можешь сидеть и вспоминать свои каникулы. Ай-яй-яй. Так, больше ни у кого нет шпаргалок, калькуляторов? Ой, что-то я так устала, съем пока шоколадку. Мне мама говорила, что от шоколадки прибавляется сообразительности, и голова лучше думает. Может, как раз на последний пример и хватит. Так, кто чем шуршит? Немедленно убирайте все шпаргалки. О, Катя! Не ешь на уроке шоколад, ты что? Убирай, потом на большой перемене съешь свою шоколадку. Но с каникул вас вообще не собрать. Давайте, ребята, мне нужно заполнить эту доску. Эви, у тебя все равно контрольную не примут. Скажи мне, пожалуйста, какие ответы у тебя получились? Тимми, ничего я тебе не скажу. А то сейчас услышат, что мы разговариваем. Еще с урока меня выгонят и родителей в школу позовут. Нет, все, я уже насчитала сегодня. Эх, ребята, а мне-то кто поможет? Я совсем не могу ничего решить. Эмили списать не дает. А, она уже все решила. Челси тоже решила все примеры. А, и у Кати все решено. Так, сейчас спешу у кого-нибудь, и все, будет мне оценка. Хотя бы 2 примера. Так, что там у Кати? 2 + 3 равно 5. Ого,
Так, 5. 5-5. Запоминаем, запоминаем. Запомните цифру 5, мне потом подскажете. А второй пример? А у Челси в первом примере 6. У Кати 4 минус 1 равно 3. И 4 минус 1 равно 2. И у кого же из них списать правильно? Ну, девочки, нарешали. Даже не знаю, у кого списать так, чтобы правильно получилось. Вот что значит. Эх, не учил математику. Так, 2 плюс 3. Сколько же будет? 2, потом еще 3. 3, 4, 5. Будет 2 плюс 3, будет 5. Ага, 4 минус 1. 4 минус 1 будет, так, 2 или 3. Было 4, минус 1 всего. 3, 3, 3, будет 3. Ага, я решил 2 примера, я молодец. И остался самый сложный. 5 плюс 1. 5 плюс 1, 5. 5 пальцев на руке, плюс еще 1, 5, 6, 6! О, я сам все решил, представляете? О, я все сам решил. Сейчас быстренько запишу ответы. И все! Татьяна Семеновна, я почти все решил, представляете? Фух, надеюсь, правильно решил. В отличие от Кати и Челси. Нарешали и не списать. У одной одно, у другой другое. Так-так-так, ну что, все у меня справились с заданием? Ой, я смотрю, все решили, молодцы. Сдавайте тетради, сейчас я все проверю и выставлю вам оценки. И сообщу, кто же попадет у нас на нашу доску почета. Так, Челси, 2 плюс 3, 6. Это же неправильно. 4 минус 1, 2. И 5 плюс 1, 6. Челси, у тебя правильно только один пример. Я ставлю тебе троечку. Эх, тройка. Ну, хоть не двойка. Один пример-то я правильно решила. Так, тетрадь Кати, 2 плюс 3, 5 правильно, 4 минус 1, 3 правильно, ой, и 5 плюс 1, 7. Катя, ты ошиблась в одном примере, я ставлю тебе четверочку. Ой, 4, ну и ладно, четверка это тоже хорошо. Так, Эмили, 5, 3 и 6. Эмили, молодец, Эмили, ты выполнила правильно все примеры. Ой, молодец, я решила. Так, у нас появилось... Одно лицо доски почета. Эмили, молодец, похлопайте. Поздравьте Эмили, она будет висеть у нас на доске почета. Ура, ура, это же были примеры легче легкого. Что вы, не знаю, не решили. Ура, я буду висеть на доске почета. Так, осталось тетрадь Тими. 2 плюс 3, 5. 4 минус 1, 3. И 5 плюс 1, 6. Тими, ты что, списал у Эмили? Татьяна Семеновна, ну вот. Я сам решил, сам! Сам решил, а говорят, что списал. Эмили мне сказала, списать не даст, и списать не дала. А я думал, думал, и решил. Честно, честно, Татьяна Семеновна, поставьте мне хотя бы 4. Я сам решил все. Татьяна Семеновна, Тиме правду говорит, я ему списать не дала. Сказала, чтоб сам решил. Наверное, сам решил. Это же здорово! Тиме, да ты молодец! Сам решил все примеры правильно. Даже девочки ошиблись и получили тройки и четверки. Тиме, я тебя поздравляю. Ты тоже будешь висеть на доске почета. Твоя фотография и фотография Эмили. Ура! Наконец-то я заполнила эту доску. А то только с каникул пришли. Пришлось даже контрольную сделать. Ну что, поздравляю вас. Аплодисменты. Ребята, а вы бы решили мои сложные примеры? Или тоже не знаете, сколько получится? Ребята, пока-пока. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал Даринелка и смотрите новые видео. Пока-пока, ребята. Вот так вот я сегодня сам решил контрольную. И моя фотография будет висеть на доске почета. Надо будет маме показать, она и не поверит. Я, Тиме, и на доске почета, представляете? У-ху-ху, здорово. Учитесь хорошо, ребята. Не прогуливайте уроки. И тоже тогда ваша фотография может оказаться на доске почета школы.